вас не пугает, что как бы, ну, опасно же? Да не опасно вроде, что мы такие экстремальные ребята. What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it. Ничего не поймали, но поели очень вкусный шашлык, Тур нам пожарил угольки. Фотографию я вам ставлю в видео, посмотрите. Ну, природа, конечно, здесь замечательная, вообще такие просторы, красивый лес. Олег приезжали, все супер, отдохнули. Олесь, пока собирали, замерзли, ставим много следов животных. Все, давай, погнали. Ну давай я попробую. Пипец, поднялись, да? Ты живой? Пипец, тут подъем жесткий. Еще с санями, блин. Они их, видишь, разбирают. Да, тянет, застревает. Вот там на углу застрял просто. Та-дам! Смотри, красиво как! Ну, видишь, да, озеро? Да. Все, ты дороги доехал, что ли? Нет, вот здесь стал.
жидкость большая. На лыжах, да, ходили?
где оно тут? Поехали. Высох, короче. Ну как не высох? Вода не высох, а вода ушла из него. Вот. Тут везде повесили таблички, да? Осторожно, проход запрещен, потому что действительно опускаться туда, ну, реально уже опасненько, да? Вот я сейчас горнолыжным. Что-то умный у нас, да? Умный. Умный. Блять. Собачьи морды. А? Нет. Давай туда смотри, вон на него. Вон. Все, тебе он тебя больше любит. Вот везде такие таблички, короче, да? И вот смотрите, озеро ушло вообще. То есть мы же сюда приезжали, вот вода вот здесь прям буквально была. С этой, вон, видите там. Доску сделали, мы же отсюда прыгали прям в воду. Вот вода здесь примерно была. Охренеть, оказывается, тут глубоко. О, блин. Страшно. Офигеть, блин. Вообще. Такой эпичный вид прям. Вообще крутяк, конечно. Так, но в любом случае аккуратно здесь надо быть, потому что все-таки скользко. Не дай бог, кто упадет туда. Вот, а приехали мы сюда на мотосноубордах. На повозке. Тележка это санки заебались спускать, короче, вообще ужас просто. С горки с санками ехать это вообще жопа. Че, куда поедем-то? Давай пока ты довольно посмотрим. Давай. Ну же не Мушаньер, а Пушаньер что-то. Пушьяр. Какая-то Пушмер. Пашмир. Ты знаешь, что что-то уже какое-то другое озеро у меня показывает? А то пропало, да, уже? То пропало, да. Все. Вот, смотри. А, да, озеро Пушаньер. А да. Вот так. Река, видишь, написано? А, ну, жара. Если отдалить, то река уже да. Становится. Сейчас вот куда-то в ту сторону, да, поедем? Да, да. Туда.
сука! Да капец, я же на скорости влетел. Да нет, сейчас вылезу. Вот это, короче, для тех, кто говорит, что по глубокому снегу не едет. Ну вот, вот так вот. По этим следам, да? Вот там. Да, да, да. Давай. Красиво так, что снимает точно? Да, да, да. Че, откуда? Не знаю. Ты же навигатор. Там вода. Мужика надо спросить.
Айдай налево! Вон у мужика спросим. Ну давай, бля, заебешься по колее ехать. Подскажешься, как к озеру проехать? Какое? Какое-то озеро тут есть. А? Вот отсюда можешь сделать, отсюда. А, вот по дороге, да? Да, вот так же идите, и потом туда надо будет. А, вот, ну можно просто, ну, прямо, можно, да? Да, можно было отсюда, вот заебался с камерой, нахуй. Чё там? На шпагат сел, блядь. Ну, болото реально. Нихуя не озеро. Летом, конечно, сюда надо приехать. Похуй, да, шашлык просто пожрём. Я устал идти. Я умираю! Оставьте меня здесь! А? О! По твоим следам зашибись идти!
Что там? Глубоко. Фу. Пару шагов сделал, уже устал весь. Вспотел. Как будто вообще... Не знаю, там физической нагрузкой не занимаешься. Фу. Где озеро? Тут болото, блин. Ты знаешь, это как друид такой. А? Ты как друид, короче, с палкой такой ходишь. Вон, вон, вода, нашел. Бля, Сане надо было притащить. Че надо, бур, что ли? Давай сейчас принесу. Бля, не утонем мы тут с собой. Че утонемся? Ну и... Заехали, хер пойми куда, короче. Болото какое-то. Вот сейчас выбираемся. Снега по пояс. Ну вот. Вылезаем сейчас до мотосноубордов и поедем дальше. Зарыл немного. За палки цепляет. Тут реально уже шашлык скайпом есть будет. Хоть такое. Все, готово? Да. Поднимайся!
вперед не сделал. Нет. Давай, вставай. Жара. Да, вот а, да, провалилась нафиг. Дорогие друзья, с вами новый выпуск рыбалки на мотосноуборда. И сегодня мы будем смотреть, как наш старый друг Альберт рыбачит. Вон он половником суп варит, короче. Шубу убирается. Капец, да, оказывается, глубина-то нормальная здесь. Доехали на озеро Пужаньер, да? Да. В Мариэл. Вот. Сейчас будем смотреть, есть тут рыба вообще или нет. Тут везде, короче, следы зверей, то есть реально такое место дикое. Ну, людей вообще вокруг нету. Вода вонючая, кстати. Вонючая? Вообще, это сухой менятин воняет. Болото, наверное, какое-то. Ну, кстати, бля, в натуре на болото приехали, бля. I really wanted to get it right. Trying to find some balance in my life. I never really put up a fight. And now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Wish that someone could say it'll all be okay. Just listen to me as I say. Listen to me as I slowly.